Всем привет, продолжаем играть в Prophecy of Pandor. Мы с вами только что закончили битву за замок и, скорее всего, сейчас будем отбивать уже... Да, отступили последний оплот. Хорошо. Есть, 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 есть. Вы видите, сколько у меня жизни. Это было бы очень печально, если бы я сдох. Шикарно. О, да. Мы потеряли с вами 50 человек. Согласитесь, это очень много. А, воины-кобры, 7 человек, забираем. Церлеонский сквайр, 5 человек, забираем. А, Магнус Еретиков, 4 человека мы заберем. Крестьянка Пилигрим, братство. Всадники заберем. Соблазнительница, 4... Шикарно, забираем. Вы что? Это же шикарно просто. А, так. Поклонники еретиков, ладно, давайте. У нас просто неком. Сквайр. Разбойников мы брать не будем. Пехотинца. Нет, 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 нет. Хорошо, управление инвентарем. Ну, тут особо нечего брать на самом деле. Я возьму чисто для того, чтобы потом продать. Да, подам. Гарнизон, в который надо кого-то закинуть. Не, зачем, 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 зачем? Я же их могу продать. А, нам нужно кого-то закинуть, чтобы хоть что-то было тут, да? Поклонники еретиков. Сквайр, отступник черного сердца. Жалко, нет, не буду. Что у нас тут получается? 6 человек сейчас сидит, да? Ну, 6 человек, это, согласитесь, очень мало. Так, что у нас? Персонаж. Суремиш только. У вас 37 благородных рекрутов. Нормально? Так, ладно. Продолжим путешествие. Замок мне пока не отдали. Эмерин, кстати, к замку привязан. Я думал, что будет Реверан, а не Эмерин. Извините. Но мы по чуть-чуть помогаем нашему царству-государству расти. Уже неплохо. Что у нас в Эмерине есть? Давайте посмотрим. Говорить со старейшиной. Ладно, не будем говорить со старейшиной. Ну, 6 человек очень мало, я согласен, но мне некого сюда скинуть просто. Ладно, давайте отдадим тех, кто у меня... Валькирию нет, я не отдам Валькирию. Воинов Кобры, вот 8 человек, давайте отдадим. Воителя, Сорлеонский рыцарь, нет. А, странствующая героиня. Мне интересно, на кого она похожа. Дайте. Неплохо, кстати, выглядит. Магнус Еретиков можно, конечно, оставить четверых. О, Тулан Джату отдать. Нет, Магнуса давайте отдадим. Итого, это сколько там? 21 человек. Все равно мало, но у меня, блин, 150 осталось уже. Я так не смогу. А, отдыхать. Давайте отдохнем. Да, Сарымиш говорит, что нужно вернуться, а мы скоро вернемся. Давайте вернемся в Сарымиш. Я очень надеюсь, что замок не отобьют обратно. Поговорить со старейшиной. Yes, good sir. Well met. Два дня до окончания. Так, знаете, что мы сделаем? Это кто? Иди нафиг, ты мне не нужен.
ты интересуешь в последнюю очередь сейчас? Ополченцы. Застрельщиков 5 человек. Зачем? Да, я их в замок посажу. Вы правильно поняли. 5 застрельщиков отдать. Готово. Уйти. Да, было бы неплохо 28 тысяч человек получить, но стрёмненько, стрёмненько. Только мы сохранимся, кстати, а то мы давно не сохранялись. А, пожалуй, Саладор мне. Да, это мой замок. Шикарно. Управлять замком. Что можно? А, да, построить. Начать строительство. 53 дня будут улучшены дороги. Да, и тут проблема с гарнизоном выплывает. Опять же, конный воитель. И кого не кинь сюда, все и мне нужны, и жалко их оставлять тут на убой, по сути. Осмотреть замок. Ты какой замок красивый. Это кто? Этот пленных стережет. Войти в зал. Хорошо. Так, гарнизон, ладно. Давайте не будем жадничать на самом-то деле. Нам, допустим, соблазнительницы я не буду отдавать. Отдам вот этих ребят. Отдам странствующий герой. Нет, сержантов 4 человека можно отдать. Конных воителей отдадим. 14 человек. 13, точнее. Сорлеонский рыцарь, сквайр, искательница приключений. Жалко отдавать на самом-то деле. Тяжелые кавалеристы тоже жалко. Жалко, жалко, жалко. Ладно, давайте кавалеристок отдадим всех. 107. Да. Так, Эмерин. Давайте спросим в Эмерине, если есть добровольцы. Нет, добровольцев нет. Ай, ограблено. Твою мать. 67. 28 пленных, да, но... Я не хочу. И опять же... Жалко, 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 жалко. Блин. Ладно, давайте сохранимся. Мне нужно в Сорлеон, наверное, поехать. Мы будем с вами собирать просто все, что есть. Нанять добровольца, уйти. Нам нужны все просто, кто есть, потому что Церейн не то. Это кто у нас? Hello, my lord. Да, давай, пошли, пошли, я тебя забираю. А, почему ваш ордер? Спасибо. Бесполезный. Да, yes, твою мать, не гильдия, не гильдия, не гильдия. Торговая площадь разная. Мне еда нужна. У меня еда закончилась, пока я бегал. На, вот этого тебе. Достатки хватит тебе всякой фигни. На, вот это, вот это, вот это, вот это. На, вот эти вот вещи. На, забирай. Это все твое. Да, кстати, вот это тоже твое теперь. Хорошо. Добровольцы один только. Или двое это согласились. Я не помню, сколько один доброволец. Мне очень нужны добровольцы. Твою мать. Нет, 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 Савадор, Савадор, Савадор. Только не замок, твари. Только не замок. Кто? Что? Где? Не знаю, кто помог, но спасибо, боже. Это такой мрак. Я через полкарты бежал.
рыцарь, ополченцы. Гарнизон. Давай отдавать всех. Всех, кого можно, мы отдаем. Вот этих тоже даем. Сквер, отступник черного. Ланджату. Рыцарь, отступник. Перские всадники. Сквайр, ладно, оставим пока. Даем всадники. Все остальные пока будут со мной бегать. Так, мне бы... О, пленные. 35 пленных. В этой мрази 35 пленных. Дай мне до тебя добраться. Нет. Вы издеваетесь, что ли? Да вы маразмом страдаете. Нет, конечно. Спасибо, не надо. Да, я увидел тебя сразу. Все, теперь ты не сбежишь от меня. Hail. Who crosses my lands without my permission? Да, у меня 93 всего лишь человека, но опять же у меня самые сильные я оставил себе. Они мне нужны чисто для того, чтобы выбивать из других пленных, забирать их, сдавать и все такое. Заберу, посажу обратно в свой замок. Я там сделаю такую толпу народу, чтобы они, блин, кровью умывались каждый раз, когда на него иду. Так, хорошо. Один остался. Все, его убили тоже. Шикарно. Очень хорошо. Да. Это то, что нужно просто. Городское ополчение. Конечно, я заберу. Охотник за головами. Конечно, я заберу. Заберу. Крестьян заберу. Крестьянок заберу. Ланджату заберу. Все заберу. Давайте. Всех, кого можно, я заберу себе. Я вас всех заберу. И все будете на меня работать. Шикарно. Сейчас мы немножко подождем. Я поделюсь с ними опытом. Новобранца. Новобранец. Дозорные. Так. Во-первых, Ланджату. Отдыхать. Давайте отдохнем немножко. Вот то, что я хотел. 4 охотника за головами. Новобранцы. Новобранцы. Дозорные. Легкий лучник. 3 стражницы. Гарнизон. Так, отдаем. 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 Все отдаем.
тоже отдаем. Охотника за головами отдаем. Городское ополчение отдаем. Итого тут получается уже сколько? 137? Серьезно? Ничего себе, быстро как-то набрал. Но у меня уже 92 человека. Что весьма огорчает, ладно. Но я в любом случае могу своих вернуть в любой момент. Было бы, так сказать, только желание. Знаете, что с вами сделаем? Мы с вами заберем сейчас дозорных от этих всех новобранцев. Ополченцы, новобранцы. Короче, забираем всех. Ждем некоторое время. И улучшаем их. После этого возвращаем обратно. Ванжату. Кавалеристка. Нет, нет, нет. Это на этих всех очень много надо. Ополченцы. Готово. Отдыхать. Отдыхаем. Ждем. Есть. Смотрим. Застрельщики. Охотница на людей. Три стражницы. Рейнджер. Это стрелок у нас, насколько я помню. Смотритель, это не стрелок. Легкие лучники. Лучник. Да, шикарно. Отдыхаем еще. Еще немного подождем. Еще хотя бы один раз надо. После этого смогу сдать их. Стоп. 35. Рыцари заката. Гарнизон. Ладно. Отдать. Понемножку улучшаем. Хорошо. Сохранимся. Я попробую рыцаря заката догнать. With our goddess standing with us, I'll fall before our might. Шикарно. У них сотня пленных. Нам этого с головой хватит в первое время. Быстрее, блин, быстрее. Нужно их перебить быстро. Беженец. Ну, у них всякая шваль там на самом деле, поэтому особой проблемы не должно быть. Да, я потеряю, опять же, с рыцарями заката. Ну и нафиг. Вообще, что это за рыцари заката, у которых воины кобры лазят? Как основная... сила. Забыл. Беженцы, всякие ополченцы, всякая фигня, которая, в принципе, не должна с рыцарями ассоциироваться. У рыцарей заката это основная сила почему-то. Скорее всего, там был какой-то один рыцарь заката или что-то такое. Ну ладно, неважно. Так, сколько их там осталось? Двое. Один, все, всех добились, шикарно. Забираем.
Да, он Гулям Заката был один. Из-за этого и сохранялось название, так сказать. Имперский пикинер. Наемные воины, 14 человек, да. Разбойник нет, лесной бандит нет. Черное сердце, да. Братство. Ладно, налетчики. Хорошо. Виверн Заката. Окей, забираем, мужик. Мне без разницы. Этих тоже забираем. Кто у тебя? Крестьянка. Ладно, давайте крестьянку заберем. Арбалетчики заберем. Лучники заберем. Атаман заберем. Миньоны. Забираем. Магнус Еретиков. Шикарно. Воин. Еще десяток могу забрать. Крестьяне. Стрелок. Монах. Давайте Красного Братства и разбойников заберем. Парочку. Всякая фигня, мы брать не будем это. А сейчас быстро возвращаемся в замок. И отдыхаем. Нет, даже отдыхать не придется. Крестьянка до дозорной. 4 поклонника и ретикол. Да, шикарно. Так, я сейчас, конечно, закидаю туда всякую шваль, а не воинов, но все равно. Отдадим. Это будет хоть что-то на самом деле, потому что, ну, все очень плохо. Прям не хватает воинов. Дозорная. Дворчики. Лучники. Хорошо. Это хоть что-то уже. Миньон Еретикол. Магнуса теперь 8 человек. Наемные скауты. Так. И вот так. Итого у нас, в принципе, неплохо уже. Сколько? 229 человек. И в основном уже осталось только мне набрать воинов. Но это все мы будем делать уже в следующих сериях. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.